Вот это бюджетная, очень вкусная печенька. Мы будем сейчас с вами готовить. Здравствуйте, дорогие мои, сегодня с вами Галина. Сегодня я постряпаю печенье или пряники, как хотите, это так и называйте. Значит, что у нас на столе? На столе у нас мука в миске, 2 сырых яйца. В чашечке у нас, значит, нарезанная курага помытая и изюм. Здесь у нас идет, вот здесь вот майонезный соус, что у кого есть, майонезный соус, соус там остатки сметаны, кисломолочной там продукции любой, пожалуйста. Можете все в чашку в одну выкладывать. Дальше идет у меня соль, сахар, масло растительное, ванилин и разрыхлитель теста. Все. Ну и духовка, естественно. Для начала, значит, вот я выдавила, тут у меня оставался соус майонезный или маленько сметанки, в общем, я сюда добавила, что было там. Высыпаем сюда изюм, я его помыла, он у меня маленько распарился в кипяточке. И также вот курагу, она чистенько, я ее помыла и порезала. Сюда же высыпаем мы. Опа. Берем два яйца. Два яйца куриных. Ну, посмотрим, что у нас тут. Они чистенькие, чистенькие. Сюда же мы выкладываем. Оп. Чистенькие. Убираем в сторонку. Нам это не надо. Не понадобится. Берем нашу соль. Сразу же. Соль, сахар. Ложечку берем. Маленько мы присолим. Обязательно надо присаливать. И пару ложечек сахара я добавлю. Много я не буду делать, потому что у меня там еще будет сахарная пудра. Убираем мы сахар, убираем соль. Здесь у меня, значит, вот разрыхлитель теста. Ну, я маленько его сыпану, разрыхлителя этого. Сейчас вот так на ложечку. Ну, можно было взять соду питьевую, гасить ее уксусом. Ну, я вот разрыхлитель у меня оставался. Маленько еще мы его добавим. Вот сколько хватит уже. Достаточно будет. Даже сода. Здесь у меня ванилинчик вот такой. Запах такой. Я люблю запах ванилина вообще. В Добе обожаю этот запах. Мне нравится. Я люблю. Берем нашу ложечку и все перемешиваем. Так, где у нас густота получается сметанная. Хорошо размешаем это все ложечкой, чтобы сахар растворился. И соль. Все это ванилин и разрыхлитель. А можно вот так вот ложечкой побить. Нальем сюда еще маслица растительного. Там я на листик тоже маленько смазала листик растительного масла. Много не надо, хватит достаточно. Еще раз перемешаем вот это все дело. Вот так. Ну, будем добавлять муку. Вот у нас какая смесь получилась. Ага. И какая смесь. Берем нашу муку в мисочке. И будем добавлять столько муки, сколько тесто наше возьмет. Понемногу будем добавлять и перемешивать. Посмотрим, какое тесто у нас получится. Не слишком твердое такое, не слишком мягкое, средней такой густоты. И будем перемешивать, замешивать тесто. Дорогие мои, вот получилось у нас сколько много теста. Видите, какой кругляшок большой. Берем наш ножичек, вот оно у нас мягонькое такое, хорошее тесто, вот. Много изюмчик вот тут, курага выглядывает. В общем, раскатываем вот такие колбаски мы для начала и так нарезаем. Берем еще маленько вот так, прыг. Вот. И начинаем катать
Вот шарики такие вот. Произвольные. Берем наш листик и выкладываем. Большой там шарик у нас получится. Ну ладно, поменьше. У нас будет самый первый. Командир. И будем шарики выкладывать. Так. Только сильно близко не надо друг к другу. Вот так будем выкладывать. И будем продолжать. Видите, листик. Так, шарики наши. Ну, дорогие мои, я нашлепала тут маленько шариков. Вот так вот ручка еще их маленько. Вот так придавила. Идем теперь ставить нашу духовочку. Пусть они у нас дружат с духовочкой. Наша духовочка уже нагрелась. О! И мы ее сюда скинем. Вот. И пусть. Ставим 180 градусов. И будем смотреть, проверять. Так, дорогие мои, открываем духовку. Ой, как они у нас уже там подрумянились. Ой, ну, какие. Сейчас мы другой листик закинем туда. Еще один у нас. Так, мы его вниз. Ставим. Закрываем. А этот мы выложим ручкой. Горяченькие. Горяченькие. Положим их. Так, выкладываем их. Ровненько. Сейчас посыпем их сахарной пудрой. Так, стоять. Так вот, сахарной пудрой посыпаем. Так вот их поверх. Вот. Вот так. Обсыпаем так вот сахарной пудрой. Хорошо, убираем сторонку. Можно побольше. Вот, дорогие мои, печеньки или пряники, как хотите, на майонезе и на всех кисломолочных продуктах готовые. Все.